Светильник электростандарт 6075 белого цвета. Мы видим из особенностей, что у него есть светопрозрачная полоса. Диаметр резного отверстия 64 мм, высота встройки, то есть глубина встройки 60 мм. Цоколь ЖУ-5.3. Выступает над потолком на 42 мм. Для чего нужно знать эту информацию? Для того, чтобы вы могли рассчитать открывание, например, дверок рядом со шкафом, если собираетесь его устанавливать, либо рядом с окном. Светильник выглядит следующим образом. Матовое стекло и юбочка вот эта, как видите, она плоская. Некоторые, смотря на фотографию светильника, могут подумать, что он такой вот как бы покатый немного. На самом деле, обращаю ваше внимание на то, что юбочка у светильника плоская. Из потолка он будет торчать вот так, на 42 мм. Все, лампочка вщелкивается сюда. Цоколь в комплекте. Цоколь ЖУ-5.3. Для того, чтобы уточнить стоимость светильника, переходите по ссылке в описании к видео.